А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Дэниэля Румана. Он играет в Майнкрафт, делает очень и очень и очень качественные видео и также играет в мини-игры на различных серверах. У него очень интересные видео, поэтому если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Но перед тем, как начать эту серию, во-первых, ребята, я хочу извиниться, я не знаю, может, я немного в нос буду разговаривать, я реально немного приболел, и горло болит, и все остальное, но все же я записываю серию для вас, поэтому, ребята, я прошу прощения. А второе, это, ребята, просто охренеть, я вижу, у меня, если честно, слов нету. Вчера вышла 39-я серия Пиксельмон. Она вроде, если я не ошибаюсь, вышла около обеда, да? То есть воскресенье, все дома, гуляют, можно сказать, у никого учебы, работы нету, детского садика. И она вышла около обеда. Ребята, вот сейчас, в этот же день, вот сейчас я записываю серию, у меня 10 часов вечера, она за целый день, ребята... Это офигеть просто. Я хочу вам сказать спасибо, потому что за один день мы набрали на новой серии Пиксельмона целые 1100 лайков. За один день. Поэтому, ребята, если бы я мог, я бы вас всех обнял и сказал реально большое спасибо, потому что, ну, за один день набрать 1000 с чем-то там лайков, это прям охренеть, как нужно хотеть новую серию Пиксельмона. Поэтому, ребята, не кричите, не кричите. Вот для вас эта серия. Как я сказал, если мы набираем 1000 лайков, то на следующий день выходит сразу же следующая серия. Поэтому, ребята, раз вы мне поставили лайки, мы набрали столько лайков, ребят, я вас не обманываю, не обманываю, поэтому держите, новая серия сразу же на следующий день, то есть сегодня в понедельник. Ребята, еще раз хочу вам сказать большое спасибо, но не забываем то, что если вы хотите новую серию Пиксельмона еще завтра, то есть во вторник, то все, что вам нужно, это поставить лайк. Ведь если мы наберем на этой серии 1000 лайков, то завтра же выйдет, также около обеда, выйдет еще одна серия Пиксельмона. То есть серия Пиксельмона каждый новый день. Если мы наберем 1000 лайков, а серия Пиксельмона не выйдет, вы знаете, что делать со мной. Можете то ли приехать, то ли меня зарезать, или вы будете иметь полное право флудить, ну не флудить, ребят, не нужно флудить, просто писать мне ВКонтакте то, что, мол, Эдисон, 1000 лайков набралось, ты сейчас обязан добавить меня в друзья, расписаться у меня на стенке, подарить мне подарок ВКонтакте и даже, возможно, сделать сигну, ребята. Это мотивация для меня, то, что если мы набрали лайки, значит, я для вас должен сделать серию. И мотивация для вас, чтобы вы со мной посражались, да, то есть, мол, лайки нам не набрали, давайте посмотрим, как Эдисон выпустит новую серию. Также, ребята, и проверяльщики, если вы не верите, я отвечаю на вопросы своих подписчиков, и я с вами общаюсь, поэтому, если вы хотите со мной пообщаться, все, что вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий под этим видео, я на него отвечу, и также с вами пообщаюсь. И последнее, ребята, не будем затягивать, вот с этим приветствием нужно что-то делать, я просто хотел поблагодарить вас, опять долго получилось. Я буду очень сильно рад, кто вступит в нашу большую дружную семью. Вот тебя, чувак, я прошу подписаться на мой канал. Я буду очень сильно рад, если ты вот это сделаешь. А сейчас, ребята, мы на этом будем... Нет, не серию заканчивать, а вообще это заканчивать. Просто приветствие такое долгое получилось, потому что я реально хотел вас всех поблагодарить, потому что, ну, я думаю, вы сами все прекрасно понимаете, то, что мы вряд ли когда-то за один день набирали 1000 лайков. Это офигеть просто, ребята, как много. Поэтому, ребят, ой, твою нафиг. Поэтому еще вам отдельный раз огромное спасибо. А куда я иду, ребята? Мне нужно найти камень. Зачем? Потому что, смотрите, я уже наконец-то сделал. У меня есть уже части железные части для покебола. И также у меня есть уже верхние части для левелбола. Я все-таки посидел, пождал, я не хочу вас утруждать, не хотел просто-напросто сам сидеть там, ну, понимаете, полчаса ждать, пока это все там пережарится, переплавится, поэтому я вне серии, у нас есть факелы, да, я вне серии подождал, посидел, и все-таки действительно, ребята,
я уже добыл, то есть это все уже пережарилось на нашей печке. Поэтому, ребята, у нас уже есть необходимые нам... сейчас, секундочку. А как, ребята, вы помните то, что у нас тут было где-то? Вот это, да? Вот это. Да, ух ты, нифига себе. То, что... я уже посидел, пока наша печка, не печка, автоматическая наковальня, все это пережарит, она, ребята, это все сделала. Поэтому сейчас нам нужно просто добыть камень. Сколько там у нас было? Мне кажется, где-то стак будет. Да, стак хватит, поэтому, ребята, это не будет долго. Мы это добудем, ну, еще сейчас секунд так 30, и мы уже можем возвращаться домой, ставить все это в печку и ждать, потому что у нас... То ли в этой серии, то ли в следующей серии у нас будет плюс 2 стака болов. А точнее, плюс 2 стака левел болов. Это просто офигеть. И все, ребята, мы уже отсюда вылазим, идем домой. Точнее, мы уже дома, потому что мы умеем телепортироваться. Ставим сюда сначала, давайте. Ну, в принципе, вот это можно поставить. И вот это ставим, да, сюда по половинке вот так. И сюда вот так. Замечательно. Ну что, сейчас нужно ждать, сколько там еще осталось. Сколько там еще осталось? Тут у нас уже есть 46. И тут у нас уже есть, ну еще стак, да? То есть еще ровно стак. Ну, не ровно так. И, в принципе, мы уже можем вот это все делать. Давайте сначала продадим вот эти все... Сначала выключим шейдеры, да, чтобы не лагало. Продадим весь нам ненужный хлам. Что у нас тут есть? Гнилая плоть. Давайте быстренько вот так. И есть у нас косточки. Косточки у нас вот тут. Это, ребята, мы все быстренько сейчас затолкаем. Замечательно. 56 монет. Вот тут у нас, смотрите, 2. То есть давайте мы еще раз. 1, 2. Вот так. Сейчас откроем бэкпак. Нам еще 2 монетки, и мы сможем уже себе купить еще один мастербол. Это офигенно, если честно. Пока это все там жарится, мы быстренько на нашем лифте. Опа. Опа, мы уже на втором этаже. Офигеть, прям реально. Такая крутая телепортация, можно сказать. Вот это все лифты. Давайте быстренько вот это все выложим. Что мы можем? Да, вот это выложим. Вот это и вот это выложим. Это все нам сейчас нужно. Дальше в хлам. Что в хлам мы можем выложить? Ну, это, в принципе, зачем мы это будем выкладывать, если мы это просто-напросто можем выкинуть. Да и вот этот один не будет у нас тут валяться. И золото. Нифига себе, 2,5 стака золота. И 21 алмаз. Вот за это золото, ребята, как думаете, все-таки стоит нам потом делать... Это что тут делать? Стоит все-таки нам потом делать конфеты. 2,5 стака золота, это вроде более-менее так нормально, да? Потом посмотрим, я пока что не знаю. Давайте сначала выложим, что мы можем вот это выложить, вот это, нет, это не можем. А, у нас 17 конфет. У нас 17 конфет, то есть по черису нам нужно прокачать до 83 уровня. Еще ровно 10 уровней по черису. И по чериса у нас, не по чериса, а по черису у нас уже будет 100 уровнем. Давайте, ребята, вспомним, что нам нужно для конфет. Ну, сам сахар нам нужен, золотые яблоки нам нужны. И что нам еще нужно? Кто помнит, ребята? Что нам еще нужно? Сахар, золотые яблоки и... Охренеть, что нам еще нужно? Ребята, пожалуйста, напомните мне, а то я уже не помню, как даже... Как конфеты крафтятся. Сахар 100%. Золотые яблоки тоже 100%. Вот последний ингредиент я не помню, хоть убейте меня просто. Я не помню, честно, ребят. Но мне кажется, там какой-то итем не прям супер-супер-пупер редкий. Такой более-менее. Но я не помню, честно, ребят. Пожалуйста, напишите, что нам нужно для конфет. Я не помню. Сахар и золотые яблоки это 100%. А вот какой последний ингредиент, я, ребята, честное слово, хоть убейте сейчас, я не помню. Не помню, не вспомню, даже больше не пытаюсь. Так, спускаемся и смотрим, что у нас тут с камушком. Вот так. Нам еще, в принципе, там немного нужно. Давайте вот это уже можем так сделать. Вот это уже так. Вот так сделать. А у нас, да, в принципе, почти 2 стака получится, да? То есть, 1 стак и 62. Вот 2 вот этих не хватает. 2 покебола. Ну, 2 левелбола. Но, мне кажется, ничего в этом страшного нету. Пока это все делается, в принципе, давайте подождем, может. Ну что, ребята, я поставил на паузу и уже практически еще один камушек остался, и мы можем уже уходить. Да, ребята, мы можем себе делать стаки болов и прям шуровать, я не знаю куда. Все. Ну что, ребята, вы готовы? Сразу же вот так, сразу же.
Сразу же вот так и сразу же вот так. Бум! Один стак. Сразу же вот так и сразу же вот так. И практически еще один стак. Это офигеть просто. Сколько у нас сейчас болов. И знаете что, ребята? Давайте мы выложим Забдуса, обратно возьмем Хантера. И честное слово, ребята, я прям извиняюсь. Я забыл то, что у нас вот тут уже есть Венозавр, которого мы назвали... Нет. Лололошку, да, в честь которого мы назвали Венозавра. Он у нас уже есть, мы прям его давным-давно словили, но, честное слово, ребят, я просто-напросто забыл. Я и дико извиняюсь, поэтому, Бульбасар, извини, но ты должен пойти погулять. Мы его не удалили, мы просто его выпустили обратно погулять. Вот смотрите, тут у нас уже прокачанный, тут прокачанный. Кто у нас еще есть прокачанный? Легенды, допустим, вот сюда можно поставить. Больше у нас никого нету прокачанного, да? Вроде больше никого, никого. Тайфлужен 55 уровень, мы его уже выкладываем. И вот тут смотрите, травяной, травяной. Шенделур, мне кажется, может еще один уровень ему прокачать. Хотя фиг его знает. Вот Инфернейпу еще один уровень нужно будет прокачать. Шенделуру еще один уровень, ну чтобы выглядело более-менее тогда нормально. Но это уже потом. Тут у нас идут потом, ну, водные пускай будут, да? Посмотрим, посмотрим. Ладно, Хантер, Скорупи, у нас есть Кранидос, Лукарио 45 уровень, Сламенс и Почерису нам еще нужно прокачать, ребята, ровно 10 уровней. Ровно 10 уровней. И после этого мы уже можем, я не знаю, то ли еще немного погулять, посмотреть, будет ли что-то с ее помощью выпадать, потому что он все-таки 100 уровень Почерису, посмотрим, может там реально будет что-то крутое, прям дропаться. Я не знаю, честное слово. Можно, прикиньте, мастер Боу, это вряд ли, мечтать пока что, да. Но все же, у нас хавчика нету, да? То есть, ну, в инвентаре нету, а вот тут, может, тут тоже нету. Значит, на втором уровне, ну, на втором этаже 100%. О, я начинаю привыкать, да, ребята, я начинаю привыкать к нашему... Что можно взять? Начинаю привыкать к нашему лифту, да, потому что я всегда забывал о нем. Ну, говорите, ребята, куда нам идти? Куда нам идти? В джунгли? Трико? Не хочу. Вот это уже можно выключить. Дальше. Desert Big Forest. Телепорт. И я сразу же одеваю наушники. Вы спросите, зачем, да, сейчас? А затем то, что меня уже давным-давно спрашивали, просили, мол, твою мать, мол, Эдисон, как, ты вообще собираешься ловить Иви? Ты ее вообще хочешь найти? И, ребята, я вам отвечаю, да, то, что я хочу ее найти. Поэтому мы сейчас сюда и отправляемся. Мне кажется, это будет сложно, но поэтому я и одел наушники, потому что когда рядом Иви... О, там еще одна деревня, но то есть хреновая какая-то. Вот это получилось у нас. Вот этот лес какой-то вообще очень сильно маленький. Наверное, нужно другой будет найти, потому что этот слишком какой-то мелкий, да? Я думал, что это... Ой, здрасте. То, что он намного больше будет, поэтому я тут и сделал вейпоинт, да, чтобы потом тпхнуться. Ладно, ребята, вот я нашел еще один лес, потому что тот был очень каким-то маленьким. А я просто-напросто не хотел вас задерживать, да, то, чтобы мы сейчас еще полчаса искали какой-то лес, поэтому я нашел новый лес, который, по сути, уже очень большой. И прикиньте, где он был? Он был возле нашего дома. Да, ребята, он был, он... Типу-типу-типу-типу-типу-ти. Нет. А-а-а, вы что, издеваетесь? Ладно, пока вы там дрючите друг друга, я возьму вот это. Две Иви дрючат друг другу. Это прям какое-то лесбийское видео, извиняюсь, ребята. Но все же, левелбол, какая она там, 11 уровень. Я, честное слово, я вот сейчас тпхнулся. Оказывается, возле нашего дома был вот этот... Твою мать. Был вот этот лес, оказывается. И он, в принципе, очень даже большой. И, как видите... Да твою мать, ты что, издеваешься? Она вот паскуда. И как оказывается, ребята, я даже не успел сюда зайти. Словили! Словили, круто. Я не успел сюда зайти, как мы уже сразу нашли Иви. Но вы знаете, что одна Иви это фигня, потому что у Иви очень много эволюций. И чтобы это все сделать, нам нужно... Это что за фигня? Чтобы это сделать, нам нужно офигеть, как много Иви, да? То есть одна Иви это хренотень. Вот сейчас мне интересно, сейчас, ребята,
Дайте ко мне секундочку. Сейчас мне интересно, из-за чего это лагает? Потому что когда я сейчас подошел к этому покецентру, и когда я на него смотрю, у меня резко спадает FPS. Вы этого не видите, но я это замечаю. Вот я сейчас хочу посмотреть, из-за чего это лагает? Из-за компьютеров? Вот сейчас у меня 13 FPS. Давайте посмотрим, из-за чего это может лагать. Из-за света? Вряд ли. Я вспомнил, ребята, я вспомнил! Если бы я сейчас не нашел вот этот покецентр, я бы не вспомнил. Знаете, что я вспомнил? То, что для крафта конфет, что я вас просил сказать в начале серии, нужен еще глоустон. Точно. Точно, я вспомнил. То есть сахар, глоустон и золотые яблоки. Я вспомнил, ребята, вот честное слово. А может это лагает... Офиги. Вот давайте мы сейчас прям будем какими-то Шерлок Холмсами. Вот сейчас я хочу выяснить проблему, из-за чего это лагает. Вот сейчас у меня не доходит даже до 20 FPS. Я просто хочу весь свет везде вырубить, может это за света? Вот там еще есть один, да? Нет, также. Из-за чего тогда? Ну, за этого вряд ли, мне кажется. Этого, в принципе, у нас даже дома нету, поэтому вряд ли это должно лагать. Мне кажется, просто из-за построек, да? Вот. Вот тут, в эту сторону, когда я вот сюда смотрю, у меня 10 FPS. Сюда смотрю 20. Сюда смотрю, ну, 22. В эту сторону смотрю 15. А сюда смотрю 12, 13, 11. Что-то тут, мать твою, есть. Что-то там есть? Может, стоны какие-то? Вот. Может, вот это? Может... Так. Нет, все так же, 11 FPS. Из-за чего, ребят, это может быть? Вот, знаете, прям какая-то аномалия нафиг. Вот тут 17. Тут 13. Тут, вот тут самое больше, когда в эту сторону смотрю, у меня тут 20 FPS. Когда в эту сторону смотрю, у меня резко падает на 12. Из-за чего это может быть? Что тут такого? Что тут такого? Что в этой стороне такого есть, что так резко FPS падает? Вот это мне прям интересно, если честно. Но я не могу понять, что тут может быть, честное слово, ребята, я не могу понять. Ну ладно. Давайте не будем на этом зацикливаться, мы просто-напросто пришли словить Иви, и мы это сделали, хоть это еще не все, да, ребята. Хоть это еще не все, потому что нам предстоит словить еще кучу и кучу и кучу Иви. Одна Иви это вообще ничего. А я не знаю. Я не знаю, в честь, то есть, какую Иви делать, да, то есть. Давайте, ребята, в этой серии я предоставлю вам выбор. Давайте вы в этой серии будете голосовать в комментариях, какую Иви мне сделать. Потому что вы знаете то, что если с водным камнем, то получится Вапорион. Если, например, с электрическим камнем, то получится Жолтеон. Если с травяным камнем вот где-то в лесу, то Лифион, потом Глосион, короче, Амбрион. Вот эти все кучи Иви. И я не знаю, кого выбрать. Потому что... Ну, какие-то подписчики могут сказать, выбирай вот ту Иви, а другие подписчики могут сказать, выбирай вот ту Иви, да? А я выберу свою Иви, и вот эти все подписчики обидятся, да, то, что мы тебе говорили же, выбери вот ту, а ты так и так свою выбрал. Поэтому, ребята, все-таки я предоставляю выбор вам. Но, честное слово, я сейчас предоставляю выбор вам. Зависимо, за кого вы проголосуете и сколько голосов наберет каждая Иви, ту Иви, ребята, я и выберу. Мне, если честно, все равно. Вот в данный момент мне, если честно, как-то все равно. Кого выбирать? Я бы, наверное, все-таки, может, выбрал бы Вапориона, да? То есть, возможно. Но все же я еще расскажу то, что решаете вы. Ух, какие тут крутые нафиг горы. Вот они мне прям нравятся. А что это? Экстрим Хиллс. Мне, наверное, нужны другие Экстрим Хиллсы. Extreme Hills M или там плюс, или как они там называются, да, потому что там вроде спамится Entei. Твою мать. Там вроде спамится Entei.
АНТ нам нужен. В принципе, знаете что, ребята, нам, наверное... Давайте вылечим еще раз. Нам, наверное, нужно очень часто гулять возле этих... Не даже возле, а вообще нам очень часто нужно гулять в саванне, да. Потому что в саванне спавнится райкоу. А кто, если кто-то помнит, то в предыдущем сезоне в саванне он нас просто-напросто троллил. Он спавнился практически каждые пару серий, да? О, еще, вот смотри, еще что-то выпало. Поэтому, мне кажется, даже будет крутая идея, если мы немного полетаем возле, точнее, в самой саванне, потому что, вдруг, то есть, никто никогда не может знать, да, заспается ли кто-то или нет. Но все же, если честно, надеюсь хотя бы когда-то в жизни вот тут, в этом сезоне встретить бишарпов, потому что я не представляю. О, голые парниши, охренеть, ты бы рубашку надел, тебя же все-таки дети смотрят. Саблей. Саблея, может, алмазики выпадут, но не выпали. Не выпали, гравеллер. А вот там лава, я думал, это вот тот. Вот так. Я думал, что вот это вот тот, ну, как оно там называется, дерево, да, вот то. Крутое, с мастерболом. Но, оказывается, нет. Ребят, я не знаю, честно, куда нам еще вот сейчас бы ночью пойти быстренько. Это что за хрень вообще? Ага. А что мы тут? Вот. Вот этого чудика мы можем убить. Потому что он, в принципе, всегда большой уровень. Да, там около 50-го. 54-й, охренеть просто. И мы его... Ну, не скажу, что прям супер-пупер. А хотя вот с одного ударчика. Это смотря как зайдет, да? Как зайдет. Стропион, 41-й уровень. У нас, в принципе, есть твой родич, да, с Карупитом. Надеемся, то, что он уже в скором времени эволюционирует. Ну, давайте еще вот этого забабахаем. Еще вот, кто там? Вот, вижу, ребята, вижу. Не кричите, я вижу. Вот сейчас я вижу. Потому что, ну, иногда есть, что подписчики там кричат, мол, Эдисон, ты там не заметил, покелут был на земле, а ты его не поднял. Ну, не поднял. То есть я не могу все видеть на свете, что сейчас происходит, да, поэтому что-то я замечу, что-то я не замечу. Но вот этот я все-таки заметил, да. Этот я заметил. А, сейчас, вот так, что там, супер поушен? Ага, да, хорошо, что заметил, что на землю вот это все выпало. Вот это можно выкинуть, вот это все можно выкинуть, вот это все можно выкинуть, вот это, куча тут всего. Главное еще не поднять вот это все. Знаете, зачем я сейчас нахожусь в этом, в пустыне? А затем то, что я хочу найти особую пустыню, в какой степени она особая. То, что она называется Desert M. Что там такого особого? Desert M — это как бы обычная пустыня, но это небольшой такой регион. В том регионе спавятся особые покемоны, такие как, например, Сандил. Мне кажется, что многие бы хотели Сандила, да? И Ларвеста. Ларвеста там спавится на закате и на рассвете. Поэтому это будет очень круто, если мы найдем тот биом. Но чтобы его найти... Мне кажется, нужно даже очень-очень сильно потрудиться. И там еще, знаете, кто спавнится, ребята? Там еще спавнится Сиджилиф, да. Это такая лампа, короче, самовар, да, будем его... самовар. Будем его самоваром называть. Он, если честно, очень похож на самовара, поэтому будем его самоваром называть. Сколько там? 74-й уровень по Чирису. Ух, ну, ребята, я не знаю, то есть... 74-й уровень, да твою мать. Ну, 9 уровней еще осталось, да? То есть, нет, 74-й. Да, еще 9 уровней осталось. И после этого мы уже сможем... Кого я вызвал? Нет, не тебя по Чирису, а вот тебя. И после этого мы, ребята, сможем... Знаете что? Мы сможем ее докачать до 11 уровня, как я уже сказал на начале серии. Это, если честно, будет очень даже круто. Но смотрите, знаете что? Вот сейчас я реально прошу вас очень большой помощи. Вот сейчас смотрите, вот там... А сверху, да, сверху с левой стороны, где пишет название биома. Если вы увидите, я буду смотреть на землю, чтобы не пропустить покеболы, то есть покелу, да. А вы смотрите вот туда, чтобы не пропустить Desert M. Все-таки, если мы его случайно найдем, а я его случайно пропущу, то хотя бы вы мне потом скажете, на какой секунде это было, да, чтобы я потом смог туда вернуться.
Потому что, честное слово, ребята, я сейчас не вижу. Я сейчас не вижу, чтобы он где-то был. Чтобы он где-то был, я не вижу. Грудоша, вылезай, пожалуйста, скотина. Нет, не хочешь? Ладно. Ладно, может он когда-то еще в этом сезоне вылезет, фиг его знает. Ребят, реально смотрите, не пропускайте. Если я пропущу, как обычно, да, то хотя бы вы сможете. Потому что, мне кажется, многие Беларвеску хотели Вулкарона. Это, в принципе, очень даже крутой покемон. Я бы сам очень хотел. Давайте сейчас шейдеры быстренько включим. Ух, нифига себе ночь. А я бы, если честно, тоже очень сильно хотел. Поэтому быстренько смотрим, сколько там серия уже идет. В принципе, можно уже сейчас будет даже заканчивать в скором времени, да? Я не знаю, как думаете, сможем ли мы найти биом в этой серии? Это кто? Нет. Нам не нужен пик, нам нужен ты пик. Вот кто? Я бы его, может, даже сейчас словил, да, то есть, может бы. В предыдущей серии эта зараза не хотела ловиться, но в этой серии, если бы я тебя нашел, я бы тебя так просто паскуда бы не отпустил, поэтому ты бы даже от меня не отвертелся. Но, видите, ребята, заиграла его пятая точка, поэтому он даже вылазить не хочет. Да, то есть вторая эволюция вылезет, третья эволюция вылезет, но та, которая нам нужна, не вылезет. Паскуда. Я что-то, если честно, вообще не вижу никакого Desert M, а вот опять вторая эволюция. Да ты издеваешься нафиг. Ребята, смотрите внимательно, потому что вы прекрасно знаете то, что я всегда пропускаю. Я, наверное, уже где-то 30 покелутов на земле пропустил, но я, если честно, сейчас не так за покелутом смотрю, как я смотрю, чтобы самому не пропустить Desert M. Я не знаю, ребята. Я очень сильно хочу Вулкарону. Мы, если честно, будем там даже сидеть... Да твою мать, да почему только вторая эволюция? Я хочу Пигнайта. Я буду там, наверное, днем и ночью сидеть на закате, на рассвете, для того, чтобы только найти Вулкарону. Для того, только чтобы найти Вулкарону. Но твою мать! Как назло! Вот, ребята, я хотел с вами найти вот это все в этой серии, но, как вы видите, вряд ли это получится. Потому что... Паскуда, вот этот биом заспавнился как-то очень странно, да, то есть иногда бывает то, что я вообще случайным образом лечу, и потом подписчики мне там говорят, что, мол, Эдисон, ты там на такой-то секунде пропустил, о, здрасте, то, что ты там на такой-то секунде пропустил там Вулкарону, там Сандил вроде был, но это тогда, когда я не вижу, вот сейчас я слежу, и вроде никого нету. А, мы тут, твою мать, мы уже тут были, офигеть. Я думал, мы-то нашли еще одну сокровищницу, а мы, оказывается, тут уже были. Офигеть, просто Desert Hills, Desert, не. Знаете, чем отличается вот это Desert M от обычной пустыни? То, что в этом Desert M намного меньше воды. Так, по сути, по крайней мере, так написано в Википедии, да, то, что, в Майндпедии, да. То, что Desert M отличается от пустыни, то, что там присутствует малое количество воды. Ну, по сути, тут везде малое количество воды, твою мать, это же пустыня. Какая вода нафиг в пустыне, да? Поэтому я не знаю. Ну, по сути, вот тут нету вообще воды, да? Вот тут вообще нету воды. То есть, не то, что малое количество, а вообще нету воды. И хоть это обычный Desert, никакого M нету. Не знаю, честно, ребята. Я, может, потом вне серии поищу. Потому что сейчас мы это вряд ли найдем. Вот я прошу прощения за то, что я не смотрю на землю. Мне кажется, многие сейчас там уже орут, мол, Эдисон, ты на такой-то секунде там пропустил покелут, ты на такой-то секунде там покелут пропустил, потом еще на такой секунде покелут пропустил. Ребята, я не смотрю сейчас на покелут, и, честное слово, я смотрю сейчас на биом, да, то есть название биома. Мне сейчас покелут как-то по боку вообще не важен. Но вот сейчас мы сюда долетим, тут, мне кажется, уже заканчивается вот это все. Вот этот остров, можно это и так назвать. Поэтому мы сейчас будем просто-напросто разворачиваться. Там еще саванну увидел, нифига себе, тут Краби Бич. Вот на биче, да? На биче может заспавниться Суйкун. Но все же...
Я не знаю, ребята, как вы думаете, вот повезет нам в этом сезоне с легендами? Потому что вы видите то, что в этом сезоне легенды намного реже спаятся. Все-таки разработчики Пиксельмона что-то там наковыряли в этом моде и, наверное, еще понизили спам легенд еще где-то в раз так 35, да, то есть, если раньше они не прям так, ну, круто спавнились, то сейчас, мне кажется, они вообще не спавятся. И если когда-то где-то кто-то заспавится, то это прям с ума можно сойти, как тебе должно повести. Не, мне кажется, мы уже тут были, мне кажется, больше тут даже смысла нету находиться. Мы уже, наверное, сейчас будем возвращаться. Вот там Дип Океан я видел, Дип Океане Киогр, да, может гулять. То вроде только ночью, или вроде только на рассвете, или то ли опять на закате. Хрен его знает, честно, ребята, хрен его знает. Нет, там уже ничего нету. Там уже ничего нету. Будем потом искать, или я потом сам найду. Пикачу 8 уровень, Сивадл, Свадлон. Может, Сивадл? Нет, сейчас. Сейчас. Давайте еще. Ох, охренеть. У меня сейчас вообще уже начало лагать везде. Может, мне винду переустановить, перебить. О! Чуть опять не прокакал. Я вообще вот это не видел, честное слово. Вот больчик еще один валяется. Это что за хрень? Это что был за танцуй? Что там внутри? Что за хрень? Что это как существо какое-то нафиг? Что там за башка вылезает? Ребята, вы это видели? Или это у меня галюны? Сейчас дать я... Вот! Что за башка там? Офигеть! А прикиньте, сейчас там оттуда Кёгр вылетит, да? Вылезет. Мне страшно. Может, сейчас скример какой-то будет? Нахрен! Обосрёмся тут все полностью толпой. Лимонад. Нет, это я первый раз вижу, чтобы такая хрень там творилась, честное слово. Пикачу ванную решил принять. Я вижу. Здрасте, Пикачу. Это кто там? Краби? Не, ребята, давайте мы уже будем, в принципе, возвращаться. Я уже не вижу смысла что-то тут делать. Дезерт. Иви мы словили. Поэтому, ребята, я вам еще раз напоминаю, если вы хотите какую-то особенную Иви, допустим, вашу любимую, то голосуйте. Я посмотрю, сколько все-таки, какие результаты будут. И та Иви, которая наберет больше всего голосов, я, наверное, в честь нее и сделаю Иви, да, то есть эволюция Иви. Я в честь нее сделаю и саму Иви. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайки. Давайте еще, может, по ниту условим. 38 уровень. Давайте поменьше. 32 уровень. Кто там еще есть? И... Ой, твой чуть не упал. И может даже в следующей серии, знаете что, 29 уровень. Это вы какая-то охренеть, какие-то большие. А в следующей серии мы... Может, себе даже сделаем раркень, да, чтобы уже наконец-то докачать эту почерицу к 100 уровню. О, нифига себе. Вот это охренеть просто. То есть 30 уровень ловится с одного квикбола, оконченный там снайви, который 5 уровень ловится, и то не ловится, из 30 квикбола. Охренеть, логика просто зашкаливает. Твою мать. Ну ладно, ребята, я еще раз вам скажу то, что спасибо за просмотр. Я... Честно, сейчас мне как-то не очень круто записывать серии, я реально простыл, поэтому, ребят, если вам не нравится мой голос, или, ну, потому что я понимаю, что я в нос там разговариваю, или еще что-то в этом роде, ребят, я еще раз прошу прощения, но я не могу выбрать, да, поэтому, если вы хотите следующую серию Пиксельмона завтра, а не послезавтра, или послепослезавтра, если вы, в принципе, хотите новые серии Пиксельмона хоть каждый день, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Да, ребята, если мы сегодня наберем 1000 лайков, то я вам даю слово, то что завтра выйдет следующая серия Пиксельмона. Если все-таки она не выйдет, вы будете иметь полное право мне написать ВКонтакте, чтобы я вас добавил в друзья, чтобы я вам расписался на стене, сделал подарок и также, возможно, сделал сигну. Но это только в том случае, если завтра не выйдет серия. И если мы сегодня не наберем 1000 лайков. А если мы завтра наберем 1000 лайков, значит новая серия выйдет послезавтра. Это я говорю для тех, чтобы потом не умничали, мол, Эдисон, мы набрали 1000 лайков, почему серия в тот же день не вышла. То есть вот, ребята. Поэтому, если вы хотите новую серию, ставьте лайки, также вот эти проверяльщики.
Я отвечаю на вопрос своих подписчиков, я общаюсь со своими подписчиками, поэтому если ты имеешь желание что-то у меня спросить, оставляй свой комментарий под этим видео, я с удовольствием прочитаю твое сообщение, также на него отвечу. И последнее, не забываем подписываться на мою, на мой канал. Я честно скажу, ребята, я прям рад каждому новому подписчику, я читаю каждого нового подписчика, поэтому я буду даже очень сильно рад, если ты еще не подписан, но подпишешься, не забываем, не ленимся, а просто берем, ребята, и подписываемся, я действительно буду очень сильно этому рад. Еще раз скажу всем за просмотр. Попытаюсь как можно быстрее выздороветь, чтобы серии были, ну, поэнергичнее, потому что, ну, у меня еще реально сил нету что-то там долго сидеть и там часовую серию делать или что-то в этом роде. Поэтому, ребята, еще раз скажу всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.